Ми продовжуємо знайомити глядачів із різними жанрами і техніками створення ляльок. Сьогодні йтиметься про композиції. Викладач Миколаївської дитячої художньої школи Наталія Русінова розкриє деякі секрети створення ляльок з пап'є-маше. У перекладі з французької пап'є-маше означає «зам'яти папір». В основі цієї техніки такі дії. Спеціальну суміш із паперу та клейких елементів наносять на форму. Матеріал застигає і стає твердим. Згодом форму вилучають, а фігурка залишається цілісною і неушкодженою. Її можна розмалювати олівцями, фарбами, прикрасити тканиною або кольоровим папером. Робота з дітьми над композицією. Мені дуже подобається займатися куклами. Вот в данном случае дети украинский костюм изучали, и нужно было куклы украинские. Голову дети делали из папье-маше, а костюм и внутреннюю начинку, так сказать, куклы использовали кто бумагу, кто вату, всякие материалы. Потом шили костюмы. Вот, и это заняло у нас довольно долгий период, приблизительно... наверное, месяца два. Детям очень нравится такая тема. Особенно детям 11, 12, 13 лет. Техніка цікава і варіативна. За її допомогою можна створити сувеніри, маски, скульптури, ляльки тощо. Втім, в роботах, про які сьогодні розкажемо, використовуються не лише пап'є-маше. Ми компонуємо різні матеріали. Зазвичай їх можна знайти у кожному будинку. Нам знадобиться пластилін, газета, кольоровий папір, клей, нитки, тканини, дерев'яні палички для створення каркасу, синтепон, поролон або вата, жир будь-якої консистенції, фарби. Отже, як створюється лялька? Спочатку діти ліплять голову з пластиліна, тобто виліплюють форму, потім для обклеивания используют самый простой материал – это газету. Рвут и режут ее на кусочки. Потом можно использовать клей ПВА, можно использовать клейстер из муки сделанный. И обклеивают эту форму пластилиновую кусочками бумаги слоев 10, не меньше. Прежде чем обклеивать, нужно смазать жиром каким-то. Можно крем для рук или какой-то жир любой, что дома есть. Даже подсолнечное масло используют дети. Форму головы я делаю из пластилина. Потом я ее обклеиваю бумагой. Кто это у тебя будет? Я планирую, чтобы это был дедок, который работает на ферме. У него будет шапочка, мне так хочется. И я хочу делать еще попытаться усики. Я ее буду крепить на вот это основание. Основание палка, дальше идет бумага, поролон, ткань и проволока. Крепится голова на вот эту торчащую палку. Конечно, у меня сейчас тут нету дырки, но она будет как-то вот так вот выглядеть. Можно сделать в такой технике человека, кота на задних лапах или собаку, там паровозик, еще что-то. Ограничивается только вашей фантазией, и все. Первый слой газетных кусочков обклеивается без клея, чтобы потом легко было снять форму эту с пластилиновой матрицы. Даже два слоя, пожалуй. А следующие, последующие слои уже с нанесением клея или клейстера. И так до 10 слоев. После этого высушиваем, разрезаем на две половинки, но чаще всего разрезается голова вот так, где уши. Снимаем две половинки и потом их склеиваем. Склеили, у нас получилась пустая вот такая форма, да? Вот. Потом
подбираем цвет, красим, ну и рисуем лицо. Когда дети выполняют весь этот этап работы, они еще не знают, какой у них получится образ. Или мужчина, или женщина, молодая, или старая. И потом только, когда уже готовая форма головы у них появляется, они тогда смотрят и решают, сделать мужчину, молодого или пожилого, женщину или там бабушку. И что самое интересное, что никто не может заранее предвидеть результат в процессе работы. Часто бывает, что ученик планирует, что у него будет непременно девушка. Все девочки почти хотят выполнить так, чтобы у них была красивая получилась какая-то молодая, юная девушка. Но не так всегда получается. Вот дети в процессе работы сделали большие носы. Вот. И они все захотели выполнять непременно мужчин. Ну, нос большой. Мне пришлось потратить немало усилий на то, чтобы доказывать, что бывают женщины тоже не красотки, что у них тоже бывают носы большие. И вот они, когда они стали делать, вот, к примеру, у этой куклы, у нее нос большой, но интересный получился характер, интересный образ. Такие встречаются в жизни. И дети в процессе работы, когда они создают куклу, они из-за того, что они не знают, что у них в результате выйдет, они получают большое удовольствие от того, что много неожиданного в самом процессе работы. Они от этого получают много удовольствия, и это их как-то еще больше вдохновляет. Відомо, що не завжди лялька була суто дитячою іграшкою. Навпаки, в давні часи це був неодмінний атрибут життя дорослих. Наші пращури вкладали в ці невеличкі вироби особливий сакральний зміст. Вона вважалася містилищем душі. На Україні кукли несли функцію оберігання від нещастя, від болезней, від бідності. Эти куклы мы сейчас все хорошо знаем, они называются мотанки, или куклы из травы, которые выполняют сейчас профессиональными художниками и мастерами. В 20 веке появилась еще одна разновидность куклы. Куклы, созданные художниками, кукла, которая стала произведением искусства. Это кукла авторская. Мы в школе тоже выполняем куклы, мы считаем их художественними роботами. У творчій майстерні викладача і художника Олени Маркетан народилися десятки чудових ляльок. Кожна з них – яскравий художній образ, що передає емоції, почуття, світосприйняття автора. Однажды мне в руки попали ткани, сделанные из хлопчатобумажного материала, различных оттенков и различной толщины. И это навело меня на мысль сделать вот таких вот белых кукол с орнаментом, выполненным в технике набойки или набийки по-украински.
Найчастіше авторська лялька створюється в одному екземплярі і є результатом тривалого кропіткого процесу. Для роботи зазвичай використовують такі матеріали. Пластик, що швидко застигає, пінопласт або фольга, ватин або синтепон чи поролон, нитки шерстяні, фарби. Але спочатку лялька виникає у вигляді ескізу. Тому не забудемо олівець і білий аркуш паперу. Перше, що рождається, це голова. Тобто у кукли існує так же, як у чоловіка, позвоночник, який ми виконуємо, тобто каркас, який виконується з металу. Вот. І першим з'являється голова. Якщо в ескізі задається силует, то есть постановка фигуры и костюм в целом, который определяет силуэт фигуры, то в голове мы решаем уже образ будущей куклы. Вы, вот если вы посмотрите сюда, то они все очень разные, у каждой свое совершенно отличный друг от друга образ. Кто-то строгий, кто-то задумчивый, кто-то умудренный. Это очень важно, чтобы вот ученик мог выразить что-то свои чувства, какие-то знания свои. После того, как появилась голова, идет работа над созданием фигуры. Учитываются пропорции, появляются руки, ноги, и рождается уже фигурка, которая вот примерно так выглядит. С мягким телом, который создается или из ватин, из мягкого материала, ватина, синтепона, можно поролона. Вот. Значит, потом появится подставочка, чтобы она могла стоять. Но может быть кукла и сидячая. Вот у этих куколок есть подставочки. Эти куклы стоячие, не стационарные, они всегда находятся в одном положении. Руки мы делали вообще из бумаги. То есть здесь скручены трубочки бумажные, которые собраны потом между собой клеем. И кто-то покрывал вот этой вот пластической массой, а кто-то просто покрыл гуашью и покрасил. І нарешті приємний і не менш відповідальний етап роботи – створення костюма для ляльки. Нагадаємо, ця колекція містить традиційні елементи національного жіночого вбрання. Я преклоняюсь вообще перед украинской народной культурой. И, конечно же, костюм – это наша гордость. Костюм, украинский костюм просто великолепен, разнообразен. Вот и мы попытались воссоздать старинную технику набойки, которая вот выполняется с помощью таких штампиков. Здесь вырезаны различные фигуры, полосочки, треугольники, круги, квадраты, из которых можно составить орнамент. Ну, поскольку это у нас коллекция, то цвет орнамента был выбран одинаковый. В соответствии он должен был гармонировать с белым цветом одежды. Вот. И все выполняли в красных, в различных оттенках красного цвета. Техника, конечно, очень трудоемкая, она много времени занимает. Ну, я думаю, что это было полезно, интересно детям приобщиться к этому. Кукла, сделанная учеником, рождает, в общем, такое отношение к себе с его стороны, со стороны автора, совершенно особенное. Это совсем не то, что нарисована им картина. Они очень бережно относятся.